Беременная 25-летняя Анастасия Костенко вместе с 32-летним Дмитрием Тарасовым и годовалой дочерью Миланой отдыхает в Эмиратах. Будущая мама щедро поделилась с поклонниками яркими кадрами с курорта. Брюнетка призналась, что супруг дал ей возможность отдохнуть по-настоящему, взяв на себя заботы о дочери. Модель наслаждается купанием, но старается не загорать, потому что переживает за будущего малыша. Жена футболиста поделилась серией новых фото. Она запечатлена в эффектном бирюзовом бикини на пляже. Поклонники восхитились образом Анастасии, тем более что автором снимков выступил сам Дмитрий. Одна из подписчиц не удержалась от шутки по поводу заметно округлившегося живота Костенко. «На первом фото я после шведского стола», — написала девушка. Многие фанаты семьи принялись высказывать предположение, кто родится у супружеской пары. У них будут близнецы, два мальчика. Я почему-то думаю, что доченька будет, тоже так показалось, дочка будет. Ей когда написали, будете рожать, пока не родите мальчика Диме, она ответила, что не в разнополых детях счастье, написали фолловеры. Недавно Анастасия Костенко раскрыла неожиданные вкусовые пристрастия годовалой дочери. Брюнетка призналась, что муж запрещает ей загорать, она нежно целовала мужа в парке у коляски с дочерью.